Всем привет, с вами Game Channel Alex и новая серия One Up за Бентеки. Давно уже, очень давно не было One Up за Бентеки. Ну, мы будем играть, конечно же, в Champions Shield. В 1/8 финала. Ну, тут, конечно, такие соперники шикарные, поэтому поражение мы можем очень легко настичь. Ну, ищем соперника. Есть у нас соперник. Ага, я готов. Ну, давайте я в синей форме, он полосатый будет. Ну, и смотрим составчик. 81 рейтинг, 100 сыгранных, Бразилия. Это действительно Бразилия, Оскар на ФРВ, страна немножко, Диего, Каутиньо, Жоазиньо, Эрнанес, Лукас, Майкон, Луис, Данте, этот, как-то он, блин, этот, блин, забыл, Александро и да, этот, Диего Алвес. Ой-ой-ой, ну как же не прошло-то, я думал, в Бентеке дотянется все-таки. Блин, красная карточка. Ну вообще, это не фол последней надежды, ну, красная, наверное, а может и желтая. Сейчас посмотрим. Красная. Нет, желтая. Фух! Тогда можно сказать, что мы очень сильно отскочили. Том Андерсон выполнил этот подкат. Удар! Штанек! Хорош штанек! Диего! Ой, Диего! Ой, как проходит! И штанек тут! Нет! Вынести! Рид! Хорош! Молодец! Все, вынес! Просто разъедил обстановочку. Воу, Тейшера! Хорош! Охренеть! Да просто как бича, блин, оттеснил. Капец, ну это вообще просто, это изи-катка для чувака. Блин, давно я не играл, просто отучился немножко играть бичами. Вот. Надо какой-нибудь тики-так рассказать. Ну, блин, он очень хорошо читает игру. И очень прессинг мощный выстроил. Ну, какой тут, блин, Мандрон, когда тут Данте? Ну, какой нахрен Мандрон, блин? Ну, кто тут этот Мандрон и Давид Мандрон... Против Давида Луиза и Данте. Я понимаю, да, Бентеки, ну блин, он один. Оскар, Оскар, Оскар. Опасно, опасно имеет момент. Ой-ой-ой, ну как выводит. Ой, а вот это зря чувак сделал. Вот это просто зря. Он, наверное, хотел на Оскара скатить, но получилось не на Оскара. И в итоге полузащитник не забил. А вот Александро, пушечный удар. Опасно было. Так, попробуем сыграть в одно касание. И у нас получается! И у нас получается ударить за Бентеки! Но, вратарь, ну это пока, ну, разминочный, но все-таки это удар. Никакой-никакой. Момент все-таки есть, как-никак. Ой. Это тоже желтая скорее. А может и красная, но мне кажется, желтая. Сейчас посмотрим, что арбитр покажет. И да, желтая карточка. Ну ладно, это нормально. Ну как это многочисленно везде игроков, очень много. Ну, оттолкни ты его нахрен. Вот так. Ох, хорош. Защитник заблокировал. Был выполнен такой прострельный, такая выполнена прострельная передача, и игрок не смог замкнуть ее, потому что мой защитник заблокировал удар. Подача углового. Вот так выбить надо. Все, конец первого тайма. Без моментов практически с моей стороны. Один единственный момент был. Небольшой удар от Бентеки. Только не знаю, почему его не засчитали за удар в створ. Ну, ладно, проехали. Бентеки первый момент имеет. Бентеки, ну не забил. Ну, блин, ну Бентеки. Ну, у чувака были моменты, но выходов один на один у него не было. Таких, чтобы закладывай, как нефиг, Каутиньо. А вот это вот первый его момент. Ну, он забил, но из офсайда, увы. А тут Бентеки. А тут Бентеки. А тут Бентеки. А тут Бентеки. Пробьет! И вратарь спасет моего соперника. Неплохой удар был со стороны Бентеки. Подача на Бентеки! Ох, какой удар. Да, уж что-то только Бентеки почему-то на угловых далеко всегда стоит. Не понимаю, по какой причине. И Бентеки, ну надо было забивать уже на Бентеки. Вот это уже немножко перебор. Не отскоков, а в смысле то, что Бентеки не забивает. Уже много моментов было достаточно, чтобы забить. Оскар на ФРВ, кстати говоря, не так уж плохо. Конечно, это странно очень, но он неплох. Андерсон! Вот это да! Вот это Андерсон. Вы... Ай-яй-яй, ну забили все-таки на 81-й минуте Эрнанес. Ну заслуженно, конечно, но, блин, ну почему Бентеки-то не забивал свои моменты? Я не могу, блин, этому надевиться. Ну, Бентеки! Блин, в смысле не Бентеки? Чё за подача? Я не понимаю, я нормально подаю. Подай-то верхом, все, Бентеки там, ну, не выиграет, ну,
возможно, выиграет. Есть у него шансы, блин. Бентеки не самый маленький мальчик. Удар Рида. И Бентеки, ну почему ты не забиваешь? Там вообще ничего. Отлично. Мы проигрываем 1-0. Справедливо, справедливо. Но Бентеки запорол шикарных три момента. А ну как же так-то, Бентеки? Заведите его кто-нибудь. Что за фигня? Бентеки не реализовывает вообще моменты. Я понимаю, Алвес, конечно, классный вратарь, но не настолько, блин. 4-3-9-6, ну да, он меня переиграл. Смотрим яркие моменты. Это я хотел посмотреть. А, вот, Диего Алвес сейф. Раз от Бентеки удар. Два от Бентеки удар. Но это не такой опасный. Три от Бентеки удар. Ну и вот еще, а, это Рид. Ну и последний удар вы видели. Отлично, в общем-то, могу сказать. О реализации момента в Бентеки. Ну что ж, нам предстоит сыграть сейчас второй матч. Нашелся у нас соперник. Лев 27. Бавария форма. Эмблема Польша. 77 рейтинг, 100 сыгранность. Англия, походу. Агбон Лахор и Барба. Санчес, Гуарин, Куадрадо, Вилфридза, Кори Эш, Апара. Вот этого не знаю. Едлин и Ховард. Центральный защитник, не знаю, кто это. Да, суперпейс. Защита особенно суперпейс. Он специально так сделал. Да и полузащита хорошая. Хорошие ребята там играют. И Бентеки тут должен... Гадис какой-то. Ну, Бентеки, да бей ты! Какого хрена ты просто бежишь? Зачем бить? Надо бегать. Ну, это обля, хули бить-то? Надо, блядь, бегать просто с мячом. Ну, и Барба, конечно, тут кто меня в защите это затащит? 1-0, конечно. А что я мог сделать, ну, если у меня защита такая? Ну, просто я бежал один, не догнал, бежал другой, не догнал. Еще автопереключение шикарно сработало. Стей Шейдер мне резко на Андерсона переключила. А вот теперь я попробую что-нибудь замутить. Да почему? Ну, блин, ну всех прошел. Одного не смог. Агбон Лахор, дальний удар, но это смешно. Это просто смешно. Зачем? Я понимаю, да, там он вид бронзовый вратарь, но он нормальный. Ну что, вот это защитник за хрена оставлять пяткой? Ну ты идиот совсем. Ну давай уже, рожай быстрей. Вау, полегче. Да, ну ты прямо монстр. Кейсай. О, отлично, ты Шейра, нисколько не бомж. Офсайд. 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 Извини, чувак. Ну, Агбон Лахор бы забил чистый гол. Надо добить же было. Ну, ты молодец. Да не бомбит у меня! Чё, а чё не говоришь, что у меня бомбит, но мне не бомбит у меня! Да что это такое? Я не понимаю! Что за бред? Защита вообще ноль. Просто серия бездарная какая-то. Опять Мандрон с мячом. Да какого хрена я поменял их местами? О, Бентеки. Ну, Бентеки, ну забей ты хоть что-то! Тейшейра. Нет, Агбонур, конечно же, его на нехрен делать. Катает и нет штаны. Да нет, господи. Зачем делать в одно касание, когда надо принимать 500 раз? Талиндо. Да! Чё ты делаешь, ты придурок? Не так уж хорошо играет. Да и предыдущий соперник, они не так хорошо играли. Ну, они, может, и победили бы меня, но... Будь у меня нормальный состав, я бы посмотрел, победили они меня или нет. Может быть, тоже победили, но фиг знает. Не трогайте никто, не трогайте! Отлично, Бентеки 2-1. Я думаю, не забью. Но Бентеки всё-таки смог. Ну, хотя бы одного игрока. Я не буду не скрывать, я сразу заменю нахрен Мандрона. Поставлю какого-нибудь нападающего нормального. Ну, шикарно просто. Просто всех покакать оставил. Ну, да вот что это? Какой-то Рид подбежал и помешал нафиг всем. О, ё-моё, а где? Я не понял, что это за фигня сейчас была? Где все остальные игроки-то были? Отлично. Ну, это такой фейл просто! Ну как нахрен, где все играть? Правый фланг. Блин, я даже не заметил. Где все игроки правого фланга? Да блин, ну
как это просто нереально, блин, меня бесит это. Ну, блин, вот один фейс решает, ну тут ничего не... Как можно сыграть вообще? Отлично, 4-1. Ну вот как играть, блин, если грёбаный фейс просто все решает? Давай, 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 бентеки, головой! Ну что ты, блин, ну будешь творить-то, а? Ну, охрененно, Мандрот! Тебе скатили, тебе подарили этот мяч, ну забивай, все, хотя бы не так позорно, 4-1. Ну нахрена же это нужно делать, нужно просто так, мимо ударить. Проиграл абсолютно справедливо, ни хрена у меня не получалось. Чувака, команда, конечно же, опять такая шикарная, супер пейс. Да, два матча, два поражения. Один гол Бентеки всего лишь один гол Бентеки за два матча. Да, уж и Бентеки моменты не реализовал. 9-5, 13-7, ну не настолько я сильно он меня перебил. Бентеки, ну забил он все-таки намного больше голов. Так, ладно, время заменять одного игрока в моем составе. Ну, все-таки я решил заменить нападающего, потому что Мандрон меня вообще не устраивает. Ну, я купил совсем недорогого игрока. Ну, сейчас вы его увидите. Это Сордел. 82 скорость. Я купил просто из-за пейса. Я просто вижу, хороший пейс. Ну, я его взял. 82 скорость, 65 удара, 72 физика. Ну, и нормальные характеристики для игрока. Ну, что ж, Бентеки. Да, 9 игр, 13 плюс 1. Бентеки, конечно, хорош, но в этой серии он не очень заточил, потому что мы в этой серии меняем только одного игрока. Ну что ж, ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте серию, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на канал на Ютубе. Всем спасибо, пока!